Почему ты сдаешься даже в игре, где уверен, что победителю шансов нет? А эта игра, блядь, winnable, я думаю, больше, чем losable. Просто единственное, что меня беспокоит в этой игре, это то, что, типа, у этого уебища на Казиксе, которая, блядь, скорее всего, понимает, что будет уебищем в этой игре, блядь. Типа, не доджит, и когда ты говоришь ему, что делает мой лесник, он желает тебе смерти, блядь. Типа, вот этот человек, блядь, если его собьет автобус, типа, блядь, ну, типа, я думаю, что мир только станет лучше. Ну, в GTA RP, соответственно.